такие вот кексики у нас получились. Оставим кексики остужаться. Далее берем крем. Я выбрала крем чиз, а вы можете сделать любой другой крем. И главное, чтобы он был густой и не разливался по кексикам. Перекладываем крем в кондитерский мешочек. Украшаем наши кексики. Вы можете выбрать любую другую насадку, но я решила выбрать именно эту. Вот такие кексики у нас должны получиться. Итак, украшаем все кексики. Красоты их можно чем-нибудь посыпать. Или можно будет оставить просто так. Но я решила посыпать какао. Вот и все. Мои кексики готовы. И еще я их захотела украсить ягодками. Так будет намного вкуснее и красивее. Вот и все. Ставьте лайки. Всем пока!